Salam uşaqlar. 6-cı sinifdir. Uroq 23-cü -23 dərslikdə, 2-ci hissəsidir uşaqlar. 14-cü tapşırıqda qalmışıq. Gəlin davam edək. Deməli, Замените выделенные слова глаголами ходить или ездить. Uşaqlar, bunlar feillərdir. Xodit, il yezit. Xodit, yəni ayaqla getmək, yezit, yəni maşınla. İndi Osinyu Farhad byl na rodine deyəndə был на родине, а biz yazaraqda olmuşdu. Deməli, o Senyu Farhat byl na rodine, deməli, o Senyu Farhat yezdil na rodinu deyirik biz. Gəlin onu yazaq uşaqlar. Byl yerinə biz yazırıq uşaqlar, deməli, yezdil. Gəlin elə mən yazım, nömr 14. Pervoye Осеню Фархад был на родине, безда yazırıq. Deməli, burada deyir ki, payızda Fərhad vətəninə getdi. Biz də yazırıq: Осеню. Осеню. Фархад. Фархад. Ездил на родину. Ездил на родину. На родину. Угу, на родину. Sonra uşaqlar, ikincisi. После урока он был в лаборатории. Была лабораторияда олду, дərsdən sonra o laboratoriyada oldu. Хəдид. Getmişdi də, yəni biz yazaq. После bu uzaq yol deyil ki, yəni yaxındısa, deməli, xədid deyə yazırıq. Deməli, после уроков он ходил в лабораторию deyə biz yazırıq, uşaqlar. Yazaraq, Mhm. После уроков. После уроков. уроков, после уроков он ходил, он ходил в лабораторию. В лабораторию. laboratoriyə. Bax belə uşaqlar. 3-cü cümlə. Весной мой брат был в Москве. Deməli, deyir ki, yazda mənim qardaşım Moskvada idi, yəni Moskvada uzaq yol olduğuna görə əlbəttə ki, ездил də sözün içindədək. Весной мой брат ездил в Москву. Тея. Mhm. Весной, весной мой, весной мой брат. брат ездил, ездил в Москву, Москву, Москву. Хорошо, Ага. Во вторник я была в поликлинике. Yani была, yani, bir, э, ли, göre, я не больница да идем. И кинди гун была. Я не я Я захки. Я ходила э, демели. Я ходила в поликлинику. Во вторник я ходила в поликлинику. Где я зах? Во вторник. Во вторник. Во вторник я ходила. Я ходила в поликлинику. Угу. Клинику. В поликлинику. Где я шахла Бешензе зимой, а, зимой мои родители были в санатории. я ездили в санаторию, да, у захта отца, ездили, зимой мои родители ездили в санаторий, я зах, зимой мои родители, зимой мои родители, мои родители, родители, мои родители, Үху. ездили 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 а, в санаторий 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 шестой шах Ага. вчера она была в музее. ходила deyki muzeyda edi demali bda yaqin yo'l oldugni ходить demali ходила в музей Вчера она ходила в музей я Вчера, вчера она ходила, ходила в музей, музей, музей. Сонгров Шахлар, седьмой. Летом наша семья была на даче. Я это безем дача, да, я не шарханарна дача. Ага, курда была Денда, Захела ездила на дачу. Думали, летом наша семья. Летом. Летом наша семья. Наша семья. Наша семья. Ездила на дачу. Ездила. Ездила на дачу. Ты На дачу. Ездила на дачу. И восьмое. А в субботу мы были на море. В altıncı gün, yani şənbə günü dənizdə idik. Biz də ə, dəniz uzaqda olduğuna görə ki, yezdili na more v subbotu. Мы ездили на море в субботу. Угу. В субботу мы ездили, мы ездили на море. На море. Дə yazırıq uşaqlar. Aha, keçə uşaqlar 15-ci tapşırıqda bizdə verilibdi. Ответи на вопросы, используя данные в скобках, слова в нужном падеже с предлогом в или на. Deməli, düzgün bir падеjda yazmalı, həm də predloqları v və ya na. Mən dediyim kimi. Deməli, v bilirsiniz ki, içərisində, içində deməkdir. Na da üzərində. Aha, indi elə sözlər var ki, deməli, v ilə gedir, predlogla əlaqəsi də var ki, nayın. Görək hansıdır. Yazaq. 15-ci tapşırığımızdır, uşaqlar. Aha. Где вы были в пятницу? Куда вы идёте в пятницу? Beşinci gün harda idiniz? Beşinci gün hara gedirsiniz? Deməli, biz də cavab verməəllik ki, на собрании едя. Bir indi, на собрании. Где были мы были на собрании, да Яня, на собрании, на собрании, угу. на собрании, на собрании. Второе, где ученик читал книгу Гарда Шагерд Китаб ухуирду. куда он идет? Демяли, где ученик читал книгу в библиотеке, куда он идет в библиотеку? Да, Демяли. Суал Шақлар, ә, суал бері. Ұшақлар, ә, айры-айрылықта суаллара жауап бері. Ұшақлар, әйіні оланда бар, Бақ берендесі, где вы были в пятницу? На собрании Сонра, куда вы идете в пятницу? На собрание. я уже икендесі нада. Икенде, да? икенде суалы. Берендесі, где вы были в пятницу? На собрание, дия язырсыңыз. Куда вы идете в пятницу? На собрание. На собра не едя я зах и киндзим бир бир гамс на шахлар где ученик читал книгу библиотека верли вру то есть где ученик читал книгу говорят уходит в библиотеке в библиотеке библиотеке сонгра и киндзим куда он идет куда в библиотеку китабханья гедр библиотеку. Библиотеку. Ага. Сонгра. Третье. Где вы были летом? Грузия язлы в Кюрчусан. Где вы были летом? Харта айдыңыз? Харта... Яйда харда айдыңыз? Дея. Суал верер. Бізді демәлейк ки в Грузии. В Грузии. Грузии. Я икенде суалда ушақлар демәлейк. Куда вы едете летом? Хара келестіңіз? Яйда. Biz də deməliyik ki, Gürcistanada, v Gruziyu v Gruziyu, v Gruziyu. Aha. Sonra uşaqlar, "Где он был вчера?" O harda idi dünən? Burada da kino yazılıb. "Где он был вчера?" V kino. V kino. Ya ikinci sualımız hansıdır? "Куда ты идёшь вечером?" Sən axşam hara gedirsən? Bu da deməldik kinoya gedirəm də. O da deyir В кино. Демели, икси да ини. Дайшмир. Сонра. Беште. Где учился Али? А, Али харта охуюрту. Лицей язлов. Лицей да, демели. В лицее. В лицее. куда он идет? Янда шахлар, В лицей. В лицей. Шахлар. похпели Hı -hı. İndi 16-ya keçək, uşaqlar. Evmesta toçuq qoyun, felləri. Mhm, qoyun felləri yəhət və ya yezdit, uşaqlar. Keçmiş zamanda, deməli, keçmiş zamanda yazmalıyıq bunu. Yəhət, deməli, maşınla yezdit. Yəhət, yezdit, deməli, ə, maşının hərəkət eləməkdə, düzdüm belə, nəqliyyatla. Aha, amma v proşetşem, keçmiş zamanda Вчера мы, шахлар, он утаяза, он алтыд язах. Вчера мы что делали? Ездили на выставку. Язах шахлар. Вчера, вчера мы ездили, ездили на выставку. На выставку. Слова, сонуклары, дузгун, язин. Ага. Второй синде, э, Туда мы, туда мы, что делали? Туда мы поехали на автобусе, поехали. Я не автобус на ты, а обратно мы приехали на такси. Урданда такси на так я не. Я их беля. Мы ездили на выставку. Туда мы Туда мы, шахлар, или хамс Туда мы, туда мы поехали, поехали на автобусе. Автобус Лагет На автобусе. Слушай, ну шахлар чолда, ой, ну Ага. Туда мы поехали на автобусе, а обратно, обратно, я не, гайдан, да? Обратно приехали, шахлар. Поехали, Кетмяй приехали, кельмей. Приехали, приехали на такси. На такси. На такси, Бахпеля, я зарах Инди, кетчай, демели, и кинди. Джумлия, с ветру. Демели. в среду я, в среду я ездил в гости к друзьям. В среду я, Uğru, ikincidir. Bu cümlələr uşaqlar. Sredu ya Sredu ya Uğru, sredu ya yezdil 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 v gosti v gosti k druzya k druzya druzya uşaqlar. Deməli, mən 3-cü gün dostlarımın Я не доставил в не Туда мы, туда мы, что делали? Поехали на трамвай, трамвай лакеты, а обратно мы приехали на метро. Ти, метро и Туда мы, туда мы, туда мы поехали, поехали. На трамвае, на трамвае, на трамвае, угу. а обратно, а обратно, мы приехали, приехали, на метро, язарах на метро. Угу. И что В воскресенье мы, в воскресенье мы ездили на пляж. В воскресенье. В воскресенье мы ездили. Ездили на пляж. Ездили на пляж. На пляж шахлар. Ага, туда мы поехали на электричке. А обратно мы приехали на такси. Демяли электричкой на ети, Ордан гайта такси на. Ага, туда мы, туда мы, туда мы демяли поехали туда мы поехали, поехали туда мы поехали на электричке, на на электричке. А обратно Обратно. Приехали. Приехали. Ага. На такси. На такси. На такси. Шохлар. Ага. Keçə uşaqlar 17-ci tapşırığı. Deməli, предложить накласснику ответить на ваши вопросы и задать вам те же вопросы. Uşaqlar, burada şifahi şəkildə, məsələn, ты знаешь где я живу. Sən bilirsənmi mə harda mən yaşayıram? deyə bilərsən ki, да я знаю где ты живёшь. Mən bilirəm. Ты знаешь где я учусь? Деяр ki sən bilirsənmi mən harda oxuyuram. Deyirsəniz ki, "Da, ya znayu, ty uchishsya v shkole", məsələn. Ty znayesh, gde rabotayet moya mama? Deyir ki, sən bilirsənmi mənim anam harda? Yəni işləyir. Deyə bilərsən ki, "Net, ya ne znayu, gde rabotayet tvoya mama", yəni mən bilmirəm sənin anan harda işləyir. Ty znayesh, gde rabotayet moy papa? Sən bilirsənmi mənim atam harda işləyir? "Da, ya znayu, gde rabotayet tvoy papa." Bəli, mən bilirəm harda. Ты знаешь, где живёт живёт мой друг или моя подруга, məsələn. Əgə deyirsən ki, sən bilirsən mi harda mənim dostum yaşayır? Deyirsən ki, da, я знаю, где он живёт. Ты знаешь, где учится мой друг или моя подруга? Sən bilirsən mi harda oxuyurlar? Deyə şifahi şəkildə bax belə uşaqlar. Deyə bilərsiniz. Keçəy, deməli 18-də. Найдите ашибки, burada səfərləri var. Tapaq onları uşaqlar. Темяли. Иду в магазин. В магазин. Куда? В магазин. Винительный падеж. Правильно. Шахлар. Иду к врачу. Кому? Дательный. Иду с урока. Чего? Родительный. Иду с сестрой. С кем? Иду по дороге. Иду. Почему? По дороге. Бурда. Шахлар. Будюздель. Бурда уже демяли, Дательный падеж. Олур. Предложный дель. Ага, сяйф Иду без куртки. Без чего? Бурда да родительный падеж олур шахлар. Бурда да дательный падеж олур. И на сейф ты шахлар. Девятнадцатый. Угу. Впишите слова в таблицу, сравните свои результаты с результатами соседа по парте. Какие слова можно вписать? Два и более столбиков в таблице. Демяли, почему? Бурда предлог лар верли, бурда да сёздар. Кюрэй хансы сёздар в, вынан хансы сёздар гедр шахлар. deməli vynan les məsələn 19-cu yazaq və yazaq məsələn v birinci v predloqun götürək və baxaq görək hansı sözlə gəlir məsələn v lisu deyə bilərik meşədə məsələn fsadu düz gələr v şkafu şkafın içində məsələn şkafu deyəm v klassi v klassi v litseya В лицее диябелярий, лице, да, в гимназии, в гимназии диабеляри, в дороге, в дороге, например, в санатории, в санатории, а, мы селим, в столе, столничин, да, в столе, в полке, Ой, э, в кафе, в кафе мы в кафе сонгра в пальто в пальто сен сонгра шахлар в найнан на кюрей хансы на шкафу шкафу üstя. на шкафу дия беларик сонгра на берегу тэнис на берегу тэн кедар на би. на берегу ага сонгра на дороге юлда на дороге дия да за на работе, işte на работе, на столе, на столе, на стадионе, да, на стадионе, на стадионе, на полке, на полке, да. Я запелили сора, пошли с берега, с берега кидарь с дороги юлдан Sanatorija. Sanatorija, sanatorija. Mes jau srabuoti. Srabuoti. Spolki. Kol kas ten neįsiekiu, turime spolki. Svara. Ušaklar. Sodenda. Saškafadė. Sa Kiu treblė. Saškafa. Sa stadiona. с остациона, мәсәлән. А iz дигәндә iz лесу. İz лесә мәсәлән, iz сада. İz сада дия беләрик. Ишкаф ашкафтан. Ишкаф. Угу, ишкаф. А соңра ушаклар. Ишкаф. Угу. Соңра из класа дия Из класа. Угу. из лицея, из лицея, из гимназии, из гимназии, а, сора, из кафе, я я забила решахлар, а, сорок к дианда к лесу, к саду, меслен, а, к шкафу, к шкафу, к лицею, подъехать. мясо Деячевсенки, машина на лицей Янна Янвич. К лицею, подъехал к лицею. А, сода. К берегу. К берегу где? А, к санаторию, подъехал. К санаторию, подъехал. Ага, Шахлар сонгра. А, к работе. Меслен подъехал к работе. К работе. Сорок к столу, Меслен. Стол Янна. gəldim də bax belə qıstaq, stadionu. K stadionu podyehal. Sonra məsələn, kupolki. Podoyok kupolki, məsələn kafeyə, kafey. Kupolki. Ya məsələn qaldı burada od. Od deyəndə məsələn odla yazılır. Atelye, məsələn, atçevo. От леса, от сада, от берега, от школы, от дороги, где, от стола, где родительный поддержки тоже от чего, например? От леса. Отъехал на от леса. От берега, от берега, от школы, где, от шкафа, от шкафа. Отошел от шкафа отдельный, от лицея. <говорит> от стола. От стола. От кафе. От стадиона. От стадиона. Дебахпиля. Тава Мелия Белярсан Шахлар. Кеча Ирмеджа Тавширагау Шахлар бурдада Определите, на какие вопросы отвечают выделенные слова. Замени слова товарищ. словами друг подруга ушақлар товарищdı yoldaşdı və bu tovariş sözü hər yerdə görürsünüz tovariş tovarişə tovarışı yazılır onları друг dost ya da подруга рафиқа sözü ilə biz dəyişməlik yəni bu burada Komnev gosti prişol tovariş biz də yazaq ki Komnev gosti prişol tovarişin yerinə uşaqlar məsələn yazın ki drug mən hamsını yazmıram tovarishcheniye. Məsələn, birinci də yazırsınız ki, Komnev gosti prishol tovarish. Məndə qonaq mənim dostum gəldi deyə. Elə tərcümə olur. Yəni drug yazırsınız. Drug. İkincidə biz tovarishya zhit trudno. Yəni dostsuz çox çətindir yaşamaq. Onda da biz tovarishədən biz, məsələn, tovarishı biz druga yazaq. Biz druga zhit trudno. Biz tovarishya. Mhm. я да без друзей да я зала Беляшсона Дост, да Достлар, я без друзей жить трудно. 43 а, Я всегда рад товарищу другу, где я всегда рад другу. Эй, не бер меня, да, На товарищи я могу положиться. Мессен, на подругу, мессен, на подругу. Рафика мэм, мэм, я не гувернера. На подругу я могу положиться. Пятое. Я с товарищем. А, с товарищем мы проводим свободное время. Я за скиран. С подругой, где? С подругой. Или с другом, где язобилярсенс. С подругой. Угу. Или э, с другом мы проводим свободное. Да? С другом, где я С другом, да, я за арсен. Сонгра. Шестое. Я часто рассказываю о товарище папе о, например, о друзьях, о товарищ. Я часто рассказываю о товарище, мэсэлэн, о друге, я Я часто рассказываю о подруге, о друге, о подруге, подруге, кэстар, я зовут, о подруге. Я часто рассказываю о друге, A drugi yaza bilərsiniz, a drugi. Məsələn, burada da eyni şeydir. Drug, drugu, podrugu s podrugoy, a podrugi, a drugi. Burda druzya yerinə məsələn siz də belə yaza bilərsiniz, uşaqlar. Bestovarish zhit trudno. Məsələn, ə, qızlar yazsın ki, biz podrugi, bez podrugi zhit trudno, bez podrugi. Məsələn, oğlan uşaqlar da yazır. Bez druga, bez druga zhit trudno, de. Bax belə yaza bilərsiniz, uşaqlar. Yəni ə, hər kəs məsələn ə, öz yasin ki öz məsələn druk elifografik qəssi varsa rəfiqəsin. Məsələn, birinci də Komnev gosti prişol. Burda prişol oğlan olduğuna görə kişi cinsinə aiddir. Prişla desə, onda podruga yazardıq. Amma burda Komnev gosti prişol, druq dey deyib yazmışıq. Bestovarişa jıt trudno, ya vsegda rad tovarişu. Məsələn, ya vsegda rad drugu. Qızlar da yaza bilər ki, podruge Ya zabelsin, bax belə də. 4 na tovari shi ya mogu polozit'sya na podrugu. Oğlanlar da yazar ki, na druga. Na druga. Na druga ya mogu polozit'sya. Bax belə uşaqlar. Sonra keçək, deməli, 21-ci tapşırığa. Dopishety okoncheniya, mesto tochek postavite podkhodyashchiy po smyslu glagoly. Aha, glagoly. Deməli, onlar da yazaq uşaqlar. 21 Таблицы на стене. Дядвя на стене. такие Я за. Таблицы висят на стене. Таблицы. Таблицы. Висят. На стене. На стене. Ага, Сонгра. И киндзисы. Ваза стоит на окне. Язрах. Ваза. Гюльдан. Пендзрах. Ваза стоит. Стоит на окне, на окне. И что Ученики сидят в классе. Ученики сидят, сидят в классе, в классе. Четвертое. Учебники лежат на столе. Учебники лежат, лежат на столе. На столе. На столе. Сады ушахлар. с Ага. Пятое. Пассажиры ждут на остановке. Пассажиры. Пассажиры ждут. Пассажиры ждут на остановке. На остановке две. Ага. Я забилярий. Ссора. Шатларкмен. 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 Ага. Она остановки шестой. Бабушка сидит в кресле. Бабушка. Бабушка сидит. Бабушка сидит в кресле. В комнате. В комнате. Отруфтерки, наверное, отруф кресла. Да, утахта. Сорок седьмой. Одежда висит на вешалке в коридоре. Одежда висит. Ага, на вешалке. На вешалке. В коридоре. В коридоре. Шахлар. В коридоре. Восьмой. Ковер лежит в комнате на полу. Ковер лежит, лежит в комнате, в комнате, в комнате на полу, на полу. Чего ешь, да? Ага, докус. Рыбаки сидят. Рыбаки сидят. Сидят на берегу. На берегу реки, на берегу реки. Я язра. Двадцать второй. У шахларки я ермикинди Я ждал тебя во дворе, а ты стоял где? У дома. Я зам и кида шахлар. Беренди, угу. да? Я nöqtələrini yerində yazın. Yaждал тебя во дворе, а ты стоял у дома. Deməli deyir ki, mən səni həyətdə gözləyirdim, amma sən ə, deməli evin yanında gözləyirdin də durmuşdun orada. Aha, deməli u doma. U doma. Sonra stol стоит в центре комнаты, шкаф стоит у окна. U okna, deməli burda. Deyir ki, stol ə, evin ortasındadır, şkafsa Пянцера янында языр. У окна. Третье. Мы поехали туда на автобусе, а вернулись оттуда на метро язахта. Да, на метро. На метро. Тем или. Тем или. метро или. Тем или. А? Четвертое. Ага, четвертое Демяли. Я просил тебя через два часа встретить меня на бульваре, а ты ждал меня где? В парке. В парке. Демяли. порта Демяли. Пешта до Язарах. Этот рассказ находится не в начале книги, а в конце. Пеля ушахлар Демяли. Ага, спросите вашего друга, где он живет. Предложите ему задать вам такой. Используйте от... v otvetakh slova dlya spravok uşaqlar məsələn sual necə sual verə bilərsiniz ki qde vy jivyote harda e adi bir ə, deməli sualımız var deyə bilərsiniz ki qde ty jivyosh harda yaşayırsan ty jivyosh uşaqlar və burda sözlər verilib də burda ölkələr V Azerbaycjani в Турции, в России, в Америке, в Грузии, в Иране, в Англии, во Франции, в Казахстане, в Индии, в Канаде, в Украине. Де, ушақлар, siz, швай шекилді, дея ушахлар сез бону Демяли, когда? На вақт? В дея без. суалтан сонгра хэмша предлог в иштадерекке когда? Когда? Nə vaxt? Deyirik ki, məsələn, yanvarda. В январе, феврале, в марте, в апреле, в мае. Baxırsınızmı, hamsında sonluq 7 uşaqlar. Qada? Deməli, deyirsiz, deyirsiniz ki, siz Когда вы поедете, məsələn, Türkiyəyə. Siz də deyirsiniz ki, Türkiyəyə yapa. Mən Türkiyəyə nə vaxt gedirsiniz? Deyirsiniz ki, в январе yoxsa deyirsən noyabr və dekabr, yəni dekabrdə gedərəm, noyabrda deyə siz belə ə, deməlim, deyə bilərsiniz uşaqlar. 24-də asosativ voпрос со словом когда и предложить однако ответить на них. Uşaqlar, burada da şifahi şəkildədir. Когда вы отмечаете день знаний, mesela на вохт siz bilik günü Мы отмечаем день знаний в сентябре. Когда ты был в театре, когда я был в театре в субботу, когда ты поедешь в Турцию, я поеду в августе. Геалин Ильмибешнзе Тавширваке составьте предложение употреблять данные слова в нужной форме. Вчера я быть с подругой в лес. Подруга в лес. Буларда хамсында сонлықлар. Дайшмәлі Дай я Гелин. Дайшай. Язақ олары. 25. Гелин. Биринди. Демәлі. Вчера я с подругой была в лесу. Де? Вчера. Вчера. Я с подругой. Вчера я с подругой. Вчера я. Я да беля я за, Вчера я была была с подругой с подругой в лесу в лесу. Я вчера я была с подругой в лесу, да? Угу. С подругой в лесу. Я дуна демали. Рафикам нан мешья мештим дия да. Урдал идем. Ага. Второе. Мальчики играть собака во двор. Мальчики играли во дворе с собакой. Мальчики, мальчики играли, играли, играли во дворе, во дворе с собакой, собакой. это шахлар. Итнан, ой, Третье. Света, Света с подругой, подругой а, ходила на стадион, я ходила на стадион, на стадион, на стадион. Угу. Брат, а мы встрет... встретиться с учителем в школе. Ага, мы встретились с учителем в школе. Две я Зах, Шахлар. Мы встретились. Мы встретились с учителем, с учителем, с учителем, с учителем, ага, в школе, в школе, угу, в школе. Пещен Зев Шахлар. Брат давно работает в интернет-кафе. Ага, брат давно работает. Брат, брат. Давно, давно работает, работает, работает в интернет, нет, Клуб, э, кафе, кафе, где я за шахлар попеля а? сонгро шахлар кетчай. А, спросите своих друзей, на чем они едут в школу. Демяли, куда? Хамс шахлар, Демяли. Спросите а, друзей, на чем они едут в школу? Демели, Акив, на чем ты едешь в школу? На автобусе. Бурда на автобусе, без задних на велосипеде, велосипеде, на метро, на такси, на трамвае, шахлар. Хамса на кедер бурда, на велосипеде, на метро, на метро, на такси, на трамвае, Na troley bu se, na elektriche dia uşaqlar, bunlar belə sonluqlarla. Deməli yazılır. 20 sinimo uşaqlar burdadır. Deməli dialoqdur. Keçə 28 uşaqlar burdadır. Deməli şifahi şəkildədir. Burda, yəni onu məktəbdə özünüz şifahi şəkildə, yəni müəllim sizə özü, yəni Necə deyim sizə, başa salır ki, məsələn, necə məsə aralarınızda bir dialoq kimi, bir oyun kimi, yəni bunlarda quraşdıra bilərsiniz. Onda mən e, şey eləməyim, vaxtımız gedir. 29. Paprotite druga rozkazat o poezdkiye v Moskve v yanvare. Bunu da uşaqlar keçəy. 30-cu tapşırıqda onlar şifa edidiyə uşaqlar mən ona vaxt ayırmıram, amma kimin sualı varsa, əlbəttə ki, mənə yazsın. Mən sizə cavab verərəm, uşaqlar. 30-da kompüterə virus qopdu. Çox informasiya isperepiski itdi. Informasiyanı suallara cavab olaraq bərpa edin. Uşaqlar, deməli, burada kompüterə virus düşübdüm. Ona görə də məlumatın yarısı, deyək ki, belə yox oldu. Biz də gərək bunları hamısını yerin yerlərinə burada düzdüm. Ancaq yazılıbdı. Suallar, biz də suallarına görə biz gərək bu məktubu А там, Tam, tamamlıya uşaqlar. Здравствуйте, Сергей. Когда у меня заканчивается занятие? Где? Демяле, biz yazaq. Летом, когда? Летом, məsələn, летом да yayda. Здравствуйте, Сергей. Летом у меня заканчивается занятие. Летом, где я yazıraq burada? Летом, uşaqlar. Yayda. У меня заканчивается занятие где? Məsələn, deyək ki, в лицее, по лицееdə oxuyur. В лицее, да? Yayda qutarır deyir mənim. я не дарстареем. Я хочу пригласить кого? Кого? Мясолен, тебя. Я да, или Сергей. Сергейнен, Сергейнен deyek. Deyek, Сергея. Чунки Сергей нам, будто Сергей нам, я Он от Пригласить Сергея, для кого? Сергея, я Сапу. Здравствуй, Сергей, Дья. Демель, я хочу пригласить тебя ко мне в гости. Тебя, я не сяни. Тебя. Тебя. Sergey deyir ki, səni çağırmaq istəyirəm. Ты хочешь приехать в Баку? Поки елməy istəyirsəm, napeşi, napeşi komu? Ya deyir, mne deyirsən. Napeşi mne deyir, gəlmək istəyirsən, napeşi mne, mənə yaz. Jdu otveta tvoj drug Elchin. İndi Sergey yazır ona məktub. Privet Elchin, ya poluchil tvoe pis'mo. Salam Elchin, mən sənin məktubunu aldım. Спасибо за приглашение. Я очень хочу приехать к кому? К тебе, я к тебе, к тебе угу. на каникулах. Тебе на каникулах. Очень хочу приехать к тебе на каникулах. Буду рад встрече с кем? С тобой. с тобой. С тобой твой друг Сергей Пахпеля. Шахлар мелумата тапта, да, будет Тридцать первое, Шахлар, тридцать первое, да, бурда да. Швай Шакильда, ответьте на вопросы, бурда. Как тебя зовут? Меня зовут Мясо Как тебя зовут? Меня зовут Фатима. Сколько тебе лет? Мне, например, 18 лет. Где ты учишься? А я учусь, например, в лицее. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать врачом, мэсэлэн, кем? У тебя есть мечта арзун вар мы сянэн? там, мэсэн, ханса арзун ду, он и дея Моя мечта стать известным врачом, мэсэлэн. Как зовут твою подругу? Сянэн, дэмэлэ, рэфэган ады, я да достумун ады. Мою подругу зовут, например, Нэрмин. Кем хочет стать твоя подруга, я да друг? Сянэн, достум, мэн, ким ол махстер? Дейрсэн, ки, мэсэлэн, мэнэм, достум, мой друг хочет стать инженером, дея, мэхэндис ол махстер. Я шахлар от Опишите картинку, используя наречие зерф. Здесь, там, справа, слева, существительная комната, угол, стена, окно в предложенном падеже. Ама предложенный падеж. Я взмала их шахлар. Ага, шахлар, Это моя комната. Это моя комната. Бумяным от да. там очень красиво. В комнате посередине стоит стол в комнате посередине стоит стол орта да стол вар у стены слева кровать в углу стоит телевизор телевизор вар справа от стены книжная полка Сахта та полка и тумбочка на стене висят часы на стене висят часы на стене слева Ə, sol tərəfdən vesit, kartina i cvety. Dia uşaqlar deyə bilərsiniz belə. Keçək, ə, deməli, 33-cü tapşırığımıza. Burada da uşaqlar ə, balaca bir mətni var. Ha, Maya podruga Natasha zhivyot v Moskve. Mənim rəfiqəm Natasha Moskvada yaşayır. Она учится в лицее на улице Идо Охуйр, её семья живёт в центре города. Он инайлəsi, deməli, şəhərin mərkəzində yaşayır. Йо старший брат тоже живёт в Москве. Onun böyük qardaşı Moskvada yaşayır. Ему 30 лет. Onun 30 yaşı var. Он работает на почте, почта дештир. У него есть дети и сын. Onun uşaqları var, qızı və oğlu və qızı. Старшая сестра Наташа живёт в Минске. Böyük, başısının Natashanın böyük bacısı Minskdə yaşayır. 25, onun 25 yaşı var. O aptekdə işləyir. O aptekdə işləyir uşaqlar və burada deyir ki, hər bir məsələn cümləyə sual verməli. For example, "Где живёт Наташа?" "Наташа живёт в Москве. Моя подруга, она живёт в Москве." "Где она учится?" "В лицее." "Где живёт её семья?" "В центре города." Пахпеля, шахлар где живет я сесть напишите рассказано, мой любимый праздник шахлар бурда бала джабер мятен мой любимый праздник мясера новрус парамы я люблю праздник новрус это мой любимый праздник я люблю потому что новрус парамы очень красивый и традиционный праздник я мясера я я люблю пахлаву шакербуру я люблю Например, а прыгать через огонь, через тонгал. Я люблю самани, дия, مثلا, яза беляrsiniz ya, diya bilən şifahi şəkildə. 35-də, bir vidite predlozhenie burda da mən tərcümə edirəm. Сегодня я встретился в парке Санарам. Bu gün mən parkda Anarın, yəni gördüm Anarla görüşdüm. На полке стоят книги брата. Polkada rəfin üstündə. Mənim qardaşımın kitabları var. My plavalim more biz üzürdük. Deməli, göldə. Gunay kupila konvert na pochtə. Gunay zərfi poçtdə aldı. Samet chitat novuyu muzyki. Saməd musiqidə musiqi barədə kitab oxuyur. Nastenyov v klasse viset stend. Deməli, stend sinifdə, ə, deməli, divarda asılıdır. Vagif prochital knigu o sporte. Vagif sport Va gif, sporta ə, aid kitab oxudu. On rəssamlıq, ne xudoşniki, o da rəssamlardan danışdı. O mənə rəssamlardan danışdı. Dereva doroga plodami, a chelovek delami. Uşaqlar burda atalar sözü də. Dereva doroga plodami, a chelovek delami. Deməli, ağac meyvələri ilə insan işləri ilə, yəni bax belə tərcümə olur və 37-də elektrostansiya uşaqlar söz verilib. Bunlardan da maraqlı bir oyundu, aranızda oynaya bilərsiniz. Bunu məsələn tənəffüsdə elektrostansiya sözünə məsələn hansı sözlər alınır? Məsələn, tro sözü alınar. Məsələn, tank sözü alınır, uşaqlar. Sonra sirk sirk sözü alınır. Məsələn, rod rod, məsələn, ağız, les Məsələn, Ros deyim, uşaqlar bax belə maraqlı bir oyundur. He keçə etə interessant bu maraqlıdır. Daha çoxu buq falfavitedə Khmer xalqının dilində. Təsəvvür edirsiniz, ikisə 72 dişki, n çox hərf Khmer əlifbasındadır. Düz 72 hərfi var imiş. Uşaqlar bax belə. Bugünkü dərsimiz belə yekunlaşdı uşaqlar. Mənim videolarımı bəyənirsənsə, əlbəttə ki, abunə olursunuz və paylaşırsınız. Qoy hamsı faydalansın, yararlansın uşaqlar. Çox sağ olun, görüşərik uşaqlar. Dövləti rəbiət.